Сегодня мы тестируем тепловизионный прицел ТП-7. Он установлен на винтовке АР-15 калибра 223 Remington. К сожалению, самодельный пластиковый крепеж не позволяет использовать более крупный калибр. Мы стреляем на 100 метров по бумажной мишени, смоченной водой, для того, чтобы был тепловой контраст. Ну и сейчас мы посмотрим, что покажет этот прицел. Итак, вот наша мишень на дистанции 100 метров. Ну, немного ушло в сторону, где-то на 2 угловые минуты, но, к сожалению, не успели пристрелять точнее. А в целом прицел показался весьма неплохо. Кучность у нас укладывается где-то в 1,5 угловые минуты, что вполне сравнимо с кучностью самого оружия. Ну, даже если 2 угловые минуты, то у нас разрешение матрицы идет 1 угловая минута и 1 угловая минута винтовки. Вполне ожидаемый результат.